акция на 30 секунд. Ровно настолько студентов с ГАКи выбегали на пешеходную разметку и исполняли танец. Дольше задерживать автомобилистов нельзя. За это время апельсин должен успеть сообщить водителям о самом главном – помнить о том, что на дорогах мототранспорт. Госавтоинспекция очень сильно обеспокоена тем, что на улицах города Улан-Удэ и Республики Бурятия появляется транспорт, который просто дарит родители своим детям по достижению определенного возраста. Но, к сожалению, родители не объясняют своим детям, как правильно управлять данным транспортным средством. Уже в этом году произошло 6 ДТП с участием мототранспорта. Один человек погиб. В прошлом году погибло 7 человек. Водители подтверждают, что с появлением мокиков и мотоциклов на дорогах становится страшно передвигаться. Слишком велика вероятность аварии. Гоняют невозможно. Абсолютно вот лихачи. Сами участники акции считают, что водители автомобилей, в свою очередь, несерьезно относятся к мокикам, забывая, что они такие же участники дорожного движения. Водители, грубо говоря, даже не замечают их и могут не посмотреть, например, в зеркало заднего вида, и даже их не увидеть, могут их зацепить. Самих мотоциклистов участники акции на дороге так и не встретили. Однако с потеплением их количество резко возрастет. Ирина Ревенская, Виктор Иланцев. Новости дня.